Дорогое лечение. Прокуратура выявила необоснованное повышение стоимости лекарств. Великая святыня. Верующие Армавира увидят Федоровскую икону Божьей Матери. Победители первенства. Армавирские самбисты получили золотую и бронзовую награды. Смотрите программу «Новости 24» по будням в 19:00, повтор в 6 утра, 6:30 и 12:30, а также в любое время суток на сайте ravita.info.